На конкурс Best Invest вже надійшло більше 40 заявок. Більшість проєктів у царині IT. Є кілька проєктів цікаві агросектору. Винахідник із Дніпра Єгор Шаповал близько 6 років разом з командою модернізував посівний комплекс. Цей стартап нігде в світі такого ще не було. Пытались сделать голландцы, итальянцы, но этот сошник работал довольно-таки недолго, 2-3 тысячи гектар. Через 8 тысяч гектар эта деталь будет полностью неработоспособна, а точнее начнется клин даже через 5. А эта деталь, вот 8 тысяч гектар, да, видно, что она работала, но она продолжит работать и дальше. И узел сам сделан так, ну то есть сконструирован, чтобы это все работало, не останавливаясь. Данный сошник по нашим экспериментам работает на протяжении 17 тысяч гектар без замены деталей. У результаті він став кращим і дешевшим від закордонних аналогів, якими зараз користуються українські аграрії. Розробкою, каже винахідник, вже зацікавилися як українські аграрії, так і закордонні. На Best Invest будуть шукати спонсора, аби український винахід пустити на виробництво. Дніпрянин Олег Кабат представив на конкурс високоміцний композитний матеріал, який можна використовувати у багатьох сферах промисловості і техніки, зокрема у ракетобудуванні. Технологія, за словами розробника, дозволяє отримати матеріал, який буде на порядок витривалішим, легшим та практичнішим за сталь і буде на менш міцним. Что вы представляете, что такое пластмасса? Вот у вас ручки все пластмассовые, да? Вы берете их элементарно, ломаете рукой. Но если не сложно, можно я вас попрошу мне поассистировать? Значит, вот это полимерный образец. Попробуйте его поломать. Ну, средний человек, сломайте вниз, вот не хрупкий. Если палец ломаешь. Человек со средней силой его сломать не может. Полимерный образец по прочности, он близкий к сталям, значит, по весу в 3-4 раза меньше, чем стали. Допустим, вы можете вес автомобиля, сразу поставив деталь из такого образца, уменьшить в рази. Ну, не в рази, но намного уменьшить. Організатори та спонсори запрошують інноваторів у різних сферах долучатися до конкурсу Best Invest. Один із партнерів конкурсу – мережа ZS Sky. Кілька років тому розпочалася саме із ідеї і прийшла до великого бізнесу. Любой крупный бизнес когда-то был стартапом. И сети ЗСК – это не исключение. Мы увидели целую серию, можно сказать, уникальных, креативных, очень актуальных и жизнеспособных проектов уже на сегодняшний день. И каждый из них, по моему глубокому убеждению, имеет право на то, чтобы получить шанс на воплощение. Еще немножко времени пройдет, и самым лучшим мы этот шанс обязательно дадим. Мы ждем ваших заявок, мы не закрываем конкурс и ждем очень интересных технических решений, социальных решений. В нашем городе есть хорошие, мощные изобретатели, которые покажут всей Украине и всему миру, что действительно Днепр – это город инноваций. И наш конкурс Best Invest тому яркое подтверждение. Если у вас есть идея стартапу и вы шукаете спонсоров для ее втілення, подать заявку можно до 1 жовтня. Другий этап конкурсу почнеться незабаром, 18 вересня, і триватиме до 19 жовтня. Експерти розглянуть та проаналізують подані проекти. З питаннями щодо участі у конкурсі можна звертатися до інвестиційно-інноваційного центру Дніпропетровської облдержадміністрації.